Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в мир юрского периода. Так, ну что, посмотрим, прошла у меня эволюция? Нет, не прошла. Да-да, ребята, я стал скрещивать Таника Лагриуса. Вот захотелось мне. Так, ну что, а здесь у нас бакулит созрел. Ну и славненько. Так, забираем с тобой значок. Сейчас еду заберем и значок. Ох ты, сколько тут у нас готовеньких, ты посмотри. И везде нужен был бакулит. Угу. Так, нам нужен еще вот этот вот ханорик. Дедикурус. А, глиптодон, сори, глиптодон, конечно же. Ну, слушай, тут еще прилично нам надо всяких. Да пижары нету. А это у нас пара за Уралов. Разве у меня его нету? Лемноринка, я знаю точно, у меня нету. Но чтобы у меня не было... Ведь он же где-то у меня есть. Я ведь точно знаю, что есть. Так, сейчас, ребят, подождите секундочку. И я все-таки гляну. Я не могу поверить, чтобы у меня его не было. Так, он, насколько я помню, травоядный, да? Так, каритозавр. Лабиринтозавр. Так, здесь я не вижу. Слушай, по-моему, действительно нету. Да как так-то? Пара за Уралов. Ну ведь был же. Может быть, я его скрещивал? Может быть, гибрид какой-то делал? Вот не знаю, не помню. Так, ладно, давай смотреть. Монеты я не буду менять. Фигура апатозавра. Давай поменяем. Эту можно, так сказать, сделать сделочку. Снижает показатели атаки на 15%. Фигня полная. Очки доверия. Кстати, ребята, у нас 12 тысяч очков доверия. Сейчас будем с вами открывать чистое золото. Ну-ка. Где у нас? Вот. Поехали. Апатозавр. Слушай, ну это же круто. Чем это круто? Ну, во-первых, ребята, у нас есть уже один апатозавр. Сейчас мы можем спокойненько его вывести, а после скрестить. Но сначала мы сделаем три ускорения, которые нам нужны по заданию. Так, давай. Лимносцелис. Так, этот поместился. И последний. Последний у нас. Это будет пеликанимим. Все, да? Задание выполнили? Выполнили. И теперь со спокойной душой мы с тобой выставляем здесь. Со спокойной душой выставляем нашего... Так, где он? Вот он, апатозавр. Всего лишь-то 6 часов будет выводиться. То есть завтра он уже будет у нас готов. Это круто. Так, а здесь тогда мы будем заказывать. Ну, кто у нас тут еще есть? Кейвике. Давай выводить. Кстати, подожди-ка. Здесь вот посмотрим, есть у нас тут пара зауралов или нету. Каритозавр. Слушай, неужели нету? Да, ребята, его просто-напросто у нас нету. Вот в чем проблема-то. А почему-то я был уверен, что он у нас есть. Вот так вот бывает. Ладно. Так, давай-ка мы с тобой выведем, наверное, здесь... Блин, тираннозавр нужен. Ну ладно, пускай будет. Пускай будет тираннозавр. И также мы с тобой выведем, наверное.
Скафагната, ну вот скафагната, если честно, не хочу выводить. Не знаю почему, но вот не хочу и все. Так, уинозавр. Вот я не помню, геозавр у нас есть или нет. Тираннозавр, диплодоктер. Дагозавра, естественно, не будем выводить. Трахеоптера тоже не хочу. Афиокамим. Так, карнораптор, не помню, ребята. Карнораптор, по-моему, тоже у нас не прокачан. Анкилодок. Раджастигу бы, конечно, надо выводить. И еще одного. И скрещивать уже, в конце концов, чтобы у нас... Какого там он был? 30 уровня, по-моему, да? По-моему, да. Ну что, давай пойдем посмотрим, какие у нас сегодня задания есть. Без ограничений. Так, легендарки, землетрясение, водная волна. А что за землетрясение? Монолофозавр. Так, а это? Что так громко-то? Два тираннозавра и остапозавр. Это что-то знакомое. То есть тут должны быть легендарные карты только. Давай проверим. Например, вот против... А, ну вот. Все, ребят, кто здесь может присутствовать? 40 уровня, блин. Смотри, они мне даже не дали здесь моих рептилий. Ну, дагозавра и... Потому что это схватка редких. Ну что, визит важной персоны. Давай тогда, наверное, попробуем пройти. Хромоспинус, крутозавр и протерогеринус. Ну, здесь, наверное, надо брать диплодоктера, я так понимаю, вот здесь вот. А сюда мы возьмем... Блин. Ну... Давай так и так. Попробуем справиться. Риски, конечно, офигенные. Надо будет Птеранодона прокачать нам. Ну что, начнем с атаки, наверное. Блин, сейчас подпрыгнется либо крутозавр, либо этот. И атака будет для меня, наверное, ужасная. Да, 977. И он еще атакует. Так-с, выгоняем. Бонус. Сейчас будет меняться. Нет. Он не стал, друзья, меняться. Раз, два. Так, этого с него будет достаточно. Поехали. Хромоспинус. Ну, понятно, две атаки сейчас зарядят. Почему-то я этому даже не удивлен. Ну что, попробуем задушить. Должно сработать. Отлично. Ну что, протерогеринус, конечно, у нас здесь сейчас бомбанет. Но... Тираннодон, соответственно. Я надеюсь, сможет все-таки его пробить. По идее, должен. По идее. Да, в легкую причем. Ну что, первая победа за нами, это уже радует. Это уже радует. Так, дай-ка мне найти Тираннодона мне. Я хочу, ребята, попробовать его прокачать. Смотри, сколько у нас уже места, сколько территорий свободной. Можно тут спокойненько расширять свои владения. Значит так, Птеранодон. Он у нас... вот он. Перейти.
И попробуем. И все? Да, на многое, конечно, нам не хватило, если честно. Нам еще моды, кстати, нужно собрать. Давай-ка моды попробуем быстренько хапнуть. Зачем я стал тратить еду вместо денег, а? У меня денег достаточно. Нет, я начал. Это было, конечно, ребята, глупо. Очень глупо так делать. Ну, что нам тут выпадает? Выпадает нам закалочка. Закалочку мы сделали. И дальше нам выпадает кровожадность. Все. Выполнили и это задание. Ну что, продолжаем визит важной персоны. Индоминус, Раджастега и Птеродактиль. Птеродактиль здесь, ребят, неспроста. Ох, неспроста он здесь сидит. Но если я даже сделаю следующим образом. Например, я тоже возьму. А давай я возьму спинораптора, нундагозавра. И анкилодока. Посмотрим, что у нас из этого получится. Начнем потихоньку. Он ничего не стал делать, правильно. Так, мы уже опережаем его. Так, не забывай, что он одну очку действия оставил себе, да? Раз, два, три, четыре. Так, до свидания. Выходит Раджастега. Он сейчас две атаки потратит. Четыре! У-у-у. Ну тогда извиняй. Все четыре атаки он потратил. Поехали. Ну, птеродактиль-то, конечно, нас забомбит здесь на изи. В легкую причем. Так, это что-то новенькое. Это что-то новенькое, ребята, он сделал. Ну-ка, все, карантарики. Птеродактиль не смог устоять против анкилодока. Вот и все. Классовое преимущество тут все-таки сыграло свою роль. Ну, а мы двигаемся дальше. Последняя битва. И здесь у нас Зухариптер, Астапозавр и Сегнозух. Здесь нам взять, в принципе, можно было бы, наверное. Блин, ну Апатозавра слишком малая атака. А я... Блин, Птеродактиль взять. Давай я возьму так. Вот так. И вот так. Мне кажется, так будет справедливо. Ну что, сразу с атаки начну, пожалуй. Сейчас он будет меняться, наверное, все-таки на этого хламона. Офигеть, 9 уровня. Атака у него, конечно, бомбическая. Но нам тоже надо меняться здесь. Вот таким вот макаром. И брать бонус. Сейчас, наверное, поменяется на гриппозуха, да? А, стопозавр. Ну что, попробуем пробить. Все слить, правда, надо будет. Но это хорошо. Правда, Сегнозух нас сейчас с двух плюшек-то вырубит. Как-то не печально. С двух плюшек три у него еще в запасе. Если я сделаю таким образом. Раз-два, раз-два.
Оу-оу-оу-оу-оу. Ну, тут-то, конечно, да, ребят. Он же все слил, да, получается? Раз, два. Раз, два, три. И вот так вот. Ну что, посмотрим, на что готов Зухариптор здесь. Я специально взял побольше защиты. Все, ему крышка. А, до свидания, Зухариптер, до свидания. Все, мы его провели. Ну что, давай крутить колесо призов. Надеюсь, на хорошую награду. О, 650. Не самый плохой вариант, на самом деле. Так, и смотрим, что у нас дальше. Водная волна. Победить противника. Это у нас, я вспомнил. Я вспомнил, что у нас здесь. Раз, два, три. Ну что, попробуем одолеть 9 противников. Ладно, начнем, пожалуй. Он все равно пропишет мне, да? Не стал ничего прописывать. Раз, два. Ах ты, жук ты. Ах ты, жук. Одну такую скромненькую атаку сделал, да? Раз, два. Вот так сделаем. Так, геозавр. Блин, если он сейчас три атаки сделает, будет неприятно. Неприятно. Раз, два. Давай я три атаки. Три возьму. Три бонусных очка. Так, дальше идет ксифактин. В принципе, тоже никакой пока опасности не представляет. Он что, знает, что ли, что у меня... Блин, ребят, не знаю. Раз, два. Раз, два. Раз, два, три. Так, уничтожаем. Ризот. Четыре очка действий. Вот так вот он решил поступить. Раз, два. Раз, два, три. Давай так, наверное, сделаем. Так, мегалодон выполз. Вот это хорошо. Вот это он сейчас хорошо протратился. Потому что у меня вот так вот. Раз, два. Раз, два. Так, уничтожаем. Дунклястей. Что он сделает? Он пробивает. Немножечко, но пробивает. Делаем атаку. Раз, два, три. Раз, два. Ух, чуть-чуть. Чуть-чуть я просчитался, конечно. Ты серьезно сейчас? Так, подожди, дай-ка я гляну, кто у нас против этих идет. Артакантуса, что ли, брать? Берем Артакантуса. Раз, два, три, четыре. И защита. В топку. Леоплевродон. Там же и их тестик, по-моему, нет? Вот так вот он пропечатал. Хорошо. Одну очко он взял себе, да? Под защиту. Значит, делаем так. Раз, два. Раз, два. Два, оказалось, а?
Мы так и будем, что ли? Раз, два, три. Раз. Пробиваем. Протостига. Раз, два, три. Раз. Так, ну и остался один тут всего лишь. Это у нас Анхапристис. Классовое преимущество, но ему придется, наверное, все слить, чтобы нас пробить. Неудачно, парень. Тогда извиняй. Попробуем прижучить. Чуть-чуть не хватит, ну ладно, ничего страшного. Даже добить не смог, я манал. Все, друзья, нахлобучили по полной программе. Даже пробить не смог, ты видел сам. Так, это был первый только поединок у нас. Это был только лишь первый поединок. Угу. Ну что, переходим на второй. Сразу так неудачно как-то попадаем, блин. Ну давай посмотрим, что он тут будет вытворять. Тупо две атаки делает. Нам достаточно одной атаки. Окей, следующий у нас Гафиозавр. 129 к атаке имеет. Блин, тут хорошо сейчас нам. Да, досталось хорошо. Раз-два, раз-два. Вырубаем. Так. Кейвике. Вот тут он, конечно. Раз-два, раз-два. Попробуем так сделать. 5. Как он поступит? Это что-то, что-то новенькое. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Он должен расколоться. Вот, вот он раскололся. Теперь нам нужно воспользоваться этим шансом. Раз, два. Раз, два, три. Раз, два. Вырубаем. Так, Гафиозавр. Как он поступит? Он ничего не стал делать. Блин. Раз, два. Три. Раз, два. Ну. Так, 2 очка действия он оставил, значит, получается. Будем это иметь в виду. Раз, два. Раз, два, три. Так. Твою налево. Почему я так и думал, что он сделает, а? Почему я так и подумал, что он сделает? Раз, два. Раз, два, раз. Слушай, он заколебал. Раз, два, раз, два, раз. Да что ты будешь делать-то, ё-моё, блин. Так, одну очку действия. У него всего одну очку действия осталось. Все, ребят. Сейчас его должен нахлобучить. Да. Выходит Декозавр. Типа воздержался, да? Так, а у нас против... Ага. Это мне нужно, значит, взять Рамлезавра.
получается так. Или же... Давай так вот сделаем. Раз-два, раз-два, раз. Начинается, короче. Не два, блин, не полтора. Раз-два, раз-два, раз. Да что? Блин, я буду брать три в следующий раз. Три атаки, не две, а три. Ну надо-то один удар дать. Раз-два, три. Раз-два, вот так вот. Наконец-то. Не голодон. Причем их два будет. Да, к сожалению, вырубил. Но он все потратил. Раз, раз-два, раз. Готов. Ну, мы сейчас этих ребят быстренько разнесем. Он ничего не стал делать, да, и думает, что хорошо и весело ему. Так, и остаются вот эти два последних. Да, очень даже хорошо получается. Прощай. Ой-ой-ой. Вот это я. Вот это я сейчас лопухнулся чуткарика, ребята. Раз-два. Раз-два, три, четыре. Ну все, теперь ему кранты. И остается последний. Три на кромиру. Вот так вот сделаю. Если он сейчас пропустит ход, я буду атаковать. Ну что, тогда извини, парень. Я думал, мы забьем тебя артаконом, но придется ромалиозавром. Замечательно. Так, и еще один последний поединок. Я не знаю, правда, как мы. Сейчас мы будем тут выкручиваться. Генодус. Артакон. И... Плезиозавр. А больше некого нам поставить с тобой, к сожалению. О, хорошие ребята. Удачно мы тут попали сразу. Тыч. Бакулитушка выполз. Атакуй-ка ты лучше, парень. Лучше ты атакуй. Ага. Самый хитрожопый, что ли, я так понимаю, да? Че он там мутит? Ну-ка. Допустим. Ну, пробить-то у нас не пробьет, это понятное дело. Но он и не ходит. Раз, два, три. Все, готов, хлопчик. Геомфиозавр. 6 атаки. Это, конечно, мощно. Это очень мощно, ребят. Он делает 4. 2 атаки он оставляет при себе, получается, да? Раз. Давай атаку попробуем. Угу. Ну давай, ничего не стал делать. Раз, два, три. Раз, два, раз. Он по стандарту, он всегда берет две защиты. Я уже его раскусил. Кранозавр.
Раз, два, три. Раз, два, раз. Хлоп. И нету чудика. Так, доказавр. Как будет действовать доказавр? Что он будет делать? Сколько атаки? Нисколько, пока он молчит. Пока он молчит. Раз, два, три. Раз, два. Смотри-ка. Будет атаковать по полной или нет? Ну, почти, ребят. Раз, два, три. Вырубаем. Лептоклейт. Тут пахнет, конечно, керосином. Ну-ка, выходи. Раз, два. Вот так вот сделаем. И, как всегда, две защиты он берет. Как всегда. Там взял три, но тут он две. Раз, два. Три. Раз, два. Так, тут он вообще ничего не стал брать, потому что все перекинул, видимо, на доказавра. И доказавр что будет делать? Ничего. Раз, два, три, четыре. Раз, два. Ты посмотри, а. Жук навозный. То берет две защиты, то три защиты. Непредсказуемость пошла. Вот так вот ты решил, да, парень, значит, выпендриться. Так, ну у нас есть генодус. Для таких, как вы. Раз, два, три. Раз, два. До свидания. И последний. Элосмозавр. Я абсолютно спокоен, потому что сделать он мне ничего не сможет. И он и не стремится, да, я смотрю. Тогда до свидания. Вот так вот безмятежно мы с тобой здесь выиграли. Ну-ка. Еда, еда. И уинозавр. В этот раз все прошло хорошо. Я даже не сомневался, что у нас тут опять. Что у нас все здесь пройдет хорошо. Что еще по заданиям у нас тут остается? Землетрясения, только травоядные. О, нет, 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 нет. Нет, 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 нет. Я знаю ваш прикол, только травоядные, конечно, ага. Так, пойду-ка я, наверное, сделаю ежедневки. Нам нужно с тобой 3 ПВП и 1 кайнозойку замутить. Погнали в кайнозойку. Слушай, у нас 2 гастурниса. Их бы, конечно, скрестить не помешало бы. Как считаешь? Чтобы у нас был 20 уровня уже. У нас не так много и животных, это 20 уровня. У него там 31, 37, 24, а у нас таких даже нету, ребят. Да. Ну давай, что там стоишь, там сопли жмешь. Все-таки решил атаковать, да? Бедный мой гастурниц, аж бедного подшатнуло. Мне кажется, он сейчас поменяется на такого же, на Эриматерия. А я был прав. И атакует. Вот как мне его пробить? Гастурнисом, в принципе, как вариант. Две атаки прописать ему, да? А дальше, конечно, будет похуже все.
Давай. Атакуй. Одну атаку потратит. Нахлобучил. Так, 2 очка действия. Куда он поставил? Ну, естественно, наверное, не на защиту, скорее всего. Скорее всего. Я вот так сделаю. Пять очков действий. Да. Он все сливает. Блин, носорогу крышку моему. К сожалению. Ну что, наше время выступать. Раз, два, три. Раз, два, три. И вот так. Хлоп. И готов. Давай, давай, делай 4 атаки. Еее. Ну и все. Да-да, ребята, все, ему крышка. На-ка. Будет еще тут наезжать на нас, да? Здесь мы победили очень даже круто. Ну что, приз умельца, что нам там выпадет? Еда. И еще разочек крутанем. Тут выпадают нам монетки. Так, ну что, давай еще тогда сделаем поединочек, потому что у нас есть с кем бороться. Почему бы и не сделать, да? Это будет только второй поединок, а нам нужно 3. 3 ПВП. Морских никого не осталось, потому что мы отыграли с тобой. Получается, сколько динозавров или драться? Ой-ой-ой, посмотри, 927 к атаке, куда? Естественно, это не годится. Ну что, сумчатый лев, сразу тебе плохо стало, да? Взгрустнулось вдруг. Я тебя прекрасно понимаю. Задумался. Меняется. Берет Эндрикотерия. И еще атакует. Еще при всем при этом он атакует. Да, сумчатый лев это, конечно, какая-то имба. Естественно, меняется. Ё-моё. Мне кажется, что тут надо... Блин. Ну давай ты выходи, выползай быстрее, ёпрсты. Не успел, да? Или успел? Успел. На тебе. Он все на сумчатого льва повесил. 4 атаки. Он все атаки потратит, естественно, ребята, нас завалит. Я даже не сомневался в этом. Я даже в этом не сомневался. Блин, у меня не хватит здесь пробить. Просто не хватит. Давай сливай свои 5 атак все. Ну, сливай 4. Так, не забывай, я одну очку действия наставил. Раз, два, три, четыре. Раз, два, раз, два.
Так, Индрик Коцар. Ну что ты будешь делать, Индрик Коцар? Давай что-нибудь придумывай. Спасибо тебе. Ты просто удружил мне. Ну что, ребята, влупляем по полной программе. И очередная победа за нами. Ну, наконец-то, мамонт не подвел. Так, нам нужно еще одну ПВП-шку сыграть. Или не нужно? Упс, монетки. Так, еще разочек крутанем и смотрим, что нам. Да. А было так близко. Так, ну что, еще одно ПВП. Значит, все-таки нам нужно отыграть. Давай-ка я возьму, например, вот такой ПВП. Уж не знаю, кого нам там подсунут. Но вот так вот попробуем отыграть. Индоминус, Апатозавр и Эдиоморфодон. Ну, где противник? Ага. Да, 30-й, почти 40-й уровень. Здоровски. Что я могу еще сказать? И он ходит первым, да? Нам нужно с тобой вот этого апатозавра беречь как зенцуока. Он потому что пойдет у нас против топиалозавра и, соответственно, птеранодона. С этим мы разберемся с помощью эдиоморфодона. Так, он опять ничего не стал делать, да? Попробую, наверное, прописать я все-таки ему. Отлично. Тираннозавр. Ну что же, ему достаточно, друзья. Ну, две атаки потратит он, получается. А он тратит три даже. Ну, понятное дело, что не апатозавром мы будем здесь драться, а эдиоморфодоном. И сделаем мы, наверное, вот так. Неужели он сейчас все четыре атаки впаяет? А он, скорее всего, так и сделает, ребят. Да. Мой фокус, к сожалению, не получился. Ты прикинь? Ну, все, ребят, тут сфейлился я, короче. Не получилось. Я немножко на другой рассчитывал, если честно. Но он как будто знает мои карты, как будто их видит насквозь и делает такие решения. Обдуманные, целенаправленные, как будто, ну, действительно, он все это видит и знает. Что он так рискует. Так, ну что, ребята, забираем с вами нашу ежедневную награду. 40 долларов. Хотя бы что-то отбили, да, немножко. Плюс очки доверия. Почти 5000 уже. Ну, 4, 133. Вот, ну и пока. Пока все, ребята. Больше мне здесь пока ничего не сделать. Уже увидимся в следующей серии и продолжим играть в эту игру. Так что удачи и до новых скорых видосиков.